Всем здорово, с вами Старпёр, я продолжаю проходить Dark Souls 2. В прошлые дни у меня, в общем, не очень хорошо я себя чувствовал, скажем так, поэтому был я по уровню бодрости сравним с какашкой, но сегодня вроде мне получше, так что можно более активно что-то тут изучать и так далее. И, собственно, этим я сейчас займусь, хочу посмотреть, что куда и как тут можно сходить, потому что если вы смотрели предыдущие выпуски, я как-то галопом по Европам здесь пробежался, ничего толком не посмотрел, и результат был предсказуем. Так, ну чё, где враги? Подать сюда. Здорово. Так, нет. Парирующий кинжал, пожалуй, я уберу. Ну вот, любое копье, да. То есть я буду делать так. А когда будут стаки большие мобов, буду их тыкать копьецом. Ну, в общем, норм идея. Единственное, что мне, наверное, стоит еще раз провести инвентаризацию пушечек своих. Так, и посмотреть, может быть, стоило бы мне что-нибудь улучшить там или типа того. Хорошими бэскейлами что-то найти. Так, ну это сабля первая с бэскейлом от ловкости. Это клево, конечно. А где мой этот клинок? А, так вот, он парный. Со скейлы, блин, он очень странный какой-то, если честно. У него маленький урон. У него херовые скейлы. Нахрена оно вообще мне надо? Не понимаю. Дубина большая, 180 атаки. Ну, это, конечно, приятно, приятно. И скейла от ловкости, ой, точнее, от силы, 26 он требует. Чувствую, никогда я его не надену. Блин, я не знаю реально, что делать с пушками. Большой королевский меч. Это двуручка, если я правильно все понимаю. Двуручный меч, да. И 20 силы требует, тоже не по мне. Полуторный меч требует до хрена всего. Что-то какой-то песос, если честно, по требованиям. Хотя, учитывая, что я качал адаптацию все это время, вместо того, чтобы качать какие-то полезные статы, то удивляться, наверное, нечему. Так, куда же пойти? Наверное, я вот здесь как-то сразу спрыгну. Вообще, я думаю, можно перепрыгнуть здесь. Как-нибудь, вот может, здесь... Вот так вот спрыгнуть аккуратненько. Идеально. Идеально. Большая душа солдата. А где этот чувак, который побежал меня искать? Точнее, встречать. Непонятно. Ладно, полезли наверх. А, так подождите, бля. Взрывайся давай. Бля. Вот это, бля, бэт. Это бэт. А это норм. Ну, на самом деле, все не так плохо, как могло бы показаться. Это здесь я, по-моему, открывал. Да, 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 я помню это место. Здесь я открывал решетку. А здесь этот чувачок замурованный. Что уж, тогда смотрим, что дальше. А дальше у нас все то же самое. Я, походу, просто другим маршрутом сюда пришел. А как это он? Никак, понятно. Окей. Так, это на меня сагрился, который здесь сидел, получается. Так я опять иду в этот, в холм там какой-то. Или как-то так. А мне туда-то и не хочется совсем. Так, а это импровизированный странный лифт.
Ебать, смотрите, каких тут много. И костер. А костер, кстати говоря, новый. Но я не смогу его поюзать, потому что там еще одна каменная статуя. И это на самом деле большое западло. Просто невероятных масштабов. Что, даже никакой секретной двери? Так, подождите-ка. О! У меня ключик был. Славно. Окаменевшая кость дракона и огненная бомба. Что за кость дракона? Значительно восстанавливает заряды, бла-бла-бла. Что за кость дракона? Может, пушка какая-то? Ну не, ничего нового я не вижу. Костяной посох. Усиливает особое снаряжение. Все понятно. Так, и что, и зачем? А, ну это типа... Я понял. Это шорткат, если бы я типа здесь забиндился на костер. Я бы такой элегантным движением вышел бы сюда и оказался прямо на мосту. Типа ни хреново так себе сократил бы путь. Но, к сожалению, у меня нету ветки. И, по-моему, у бабки торговки была только одна. Что... Как бы намекает на то, что я теперь буду, блин, бороться с вопросом, точнее, решать вопрос, а где, собственно, взять еще одну веточку? Короче, я хочу попробовать туда вот спрыгнуть, только... О! И... Блин, а я разве не тыкался сюда раньше? Очень странно. Зеленый цветок. Ну, не совсем то, чего я хотел бы. Но все равно спасибо. Короче, можно просто облизывать, получается, стены и все. И рано или поздно что-то... Господи, блядь, боже мой, заеба. Ты просто меня заебываешь, блядь. Чувак, ну что с тобой не так, ну? Нет, нет, блядь. Пидорская хуйня. Так, ну что, попробуем еще раз. Интересно, он появится или не появится? Он, походу, теперь все время будет появляться. Если раньше он один раз появлялся, да он мне пиздюлей пропадал, то теперь он будет меня, блядь, заебывать уже капитально. Блин, да не жмись ты к стенке, ну так. Пей, блядь. Сука, ну. Ёб твою мать.
Это провал. Это провал, ребят. Так, и что здесь у нас? А, здесь я был. Да пиздануться, блядь. Ну, блядь, ударь ты в собаку, ёб твою мать. Что-то я опять куда-то забрался, блядь, куда не стоило бы, судя по всему. Окей. Я согласен. Зря, наверное, только я на этот костер забиндился, но... А почему бы и нет? Я с него смогу телепортироваться на нужный, во всяком случае. Заодно чекнем, что здесь. Так, ничего, ничего. Какой-то лифт подозрительный. Получается, мне только вниз на этом лифте куда-то надо ехать. Он работает хоть? Ну, вроде как работает. Только я не хочу туда. Блин, я хочу туда, где меня убили, где этот назойливый хер тусовался. И, короче, я туда и пойду. Нихер мне тут пока что делать, я еще ту локу не доисследовал. А вообще, о! Я ему зажег эту херню, он сюда пересел. И теперь он реально что-то делает, а не сидит руками в воздухе, водит, как наркоман. Нужно заполучить новый уголь, бла-бла-бла. Так, я хочу усилить оружие. Вот этот меч я хочу усилить. Что мне для этого нужно? Необходимые предметы. Осколок титанита. Прекрасно. У меня есть. Это я усилил на 3. Мне надо еще... А, не, подождите. Чтобы дальше его усиливать, мне нужен большой осколок титанита. У меня его 1. А надо 4.
Большой осколок титанита. У тебя есть 4. И почем? По 2500. Ну, что-то, блядь, дохуя делов, конечно. Дороговато, но... Что делать? Придется смириться с этими ценами. На самом деле, я не знаю, правильно ли я делаю, что затачиваю этот обычный меч длинный. Наверное, все-таки не стоит. Может быть, надо было бы покопить титанит на какие-нибудь более полезные вещички. Но, скажем честно, надоело мне, блядь, что я как... Иди-ка нахуй. Что я как это... Как комарик кусаю этих мобов. Нужно что-то посильнее. Хотя, судя по циферкам, не так уж и сильно я прокачался, к сожалению. Так, сейчас я еще раз сделаю с бочкой этот фокус. Ну-ка. В этот раз не получилось. Блядь. Надо, наверное, убрать эту хрень, потому что она мне не нужна, по сути. Так как у меня этот, как его, огненный меч, он не зачаровывается дополнительно, к сожалению. Точно нельзя здесь пройти. А жаль. Ну что, где ты, пиздюк? Бля, вот если бы он свалился, было бы элитно просто. Высрался перед смертью, скотина. Опять мерцающий титанит. Вау, кто бы мог подумать. Так, я могу здесь перепрыгнуть. Ну, здесь-то я точно могу перепрыгнуть, правильно? Ну, в смысле, здесь... Здесь можно перепрыгнуть. А вот могу ли я? Это, блядь, тема для отдельного разговора. Но я могу, я молодец. Бабочка и факел. Так... Продолжаем, значит, исследовать. А вот этот мерзкий арбалетчик. Я его успел убить до того, как он свалился. Широкое кольцо связи. Ростелекомовское, что ли? Широкое кольцо, принадлежавшее Рою исследователя, замедляет поломку снаряжения. Дорогое блестящее мундирование не обязательно упрощает жизнь. Иногда в тяжелых испытаниях лучше положиться на старое надежное снаряжение. Блин, знаете что? Было бы хорошо, если бы здесь писали, блин, что кольца делают, потому что я нихера уже не помню. Так, увеличивает физическую силу, снижает равновесие, но это все понятно. Стойте-ка. У меня 43, иди подождите. 43,9% это мой вес, типа... А, ну правильно, я же не качал физическую мощь пока что. По идее, если я правильно понял, адаптация ускоряет перекаты, там, ну или что-то типа в этом роде. Так, а где это я выпрыгну? Подождите, стоит сюда заходить или нет? Наверное, нет. Вот, ускоряет она перекаты. Ладно, давайте зайдем. А, так ёпта. Я понял, где. А, значит, мне наверх, да.
А мощь делает, типа, тоже как-то ускорять. Блять, я не понимаю, как здесь статы работают. Надо, наверное, почитать. Ну, короче, когда у меня нормальный вес, то я тоже как-то быстрее катаюсь. Вот, вот как-то так это все работает. Так, смотрите, значит. Так. А как это мне так здесь свалиться, чтобы свалиться куда надо? А не туда, куда не надо. Потому что что-то я так смотрю. Больше шанс свалиться куда не надо, на самом деле. Хотя не норм. Уголь вражды. Попудово какая-нибудь, блядь, хуйня для сетевой игры. Сожгите в костре, чтобы усилить врагов поблизости, блядь. Уже бегу сжигать в костре, даже не сомневайтесь. Так, а можно вопрос? Вопрос, собственно, звучит следующим образом. Следующим образом звучит вопрос, блядь. А как? Не, если я... Мне кажется, сюда, если я спрыгну, мне пиздец. Если... Ну, по крайней мере, сюда я смогу приехать за душами. Хоть что-то радует. Подождите, а мои души тогда где? Они сверху, походу, остались. Бля, так они слишком сверху остались. И как мне их забрать? Что за хуйня? Ну, в смысле, я могу... Я могу спрыгнуть, а я через костер, наверное, пойду. Да, пожалуй, так и сделаем. Забираем. Юзаем косточку. И полетим к кузнецу. Так, усилить. Усилить. А, так стойте, один только. Мне-то душ не хватало, ёпта мать. Так, и это мне надо еще две прикупить, чтобы сделать его плюс 6. Значит. Так. Так. Теперь мне нужен обломок титанита, но его я, походу, долго не увижу. Наверное. Ну, все равно норм, я доволен. Я доволен. Получается, у меня плюс 6 длинный меч. И это совершенно здорово. Можно обратно лететь в жилище слуг. О, все, с двух ударов я убиваю рыцарей. Прекрасно. С 4 до 2 я сократил количество ударов необходимых, просто заточив пушку на 6. Собачки вообще с одной. Дички теперь отлетают. Замечательно. Пиздец, блядь. Замечательно. Так вот проход. Все. И получается, вот теперь я открыл все, что хотел. Кроме двух штуковин, закрытых на ключ Фароса. Я открыл все, что хотел. Ну, так как штуковин, ну, ключей Фароса у меня нет, то ну, и думать об этом пока что рано. Как найдутся, так и начнем.
Так, и что тут? Прекрасно. Осколок фляги. Супер-мега круто. По-хорошему надо было бы сгонять Маджулу по этому поводу. Чтобы она не лежала у меня, потому что, ну, пока я ее не вкачал во флягу с Эстусом, ее эффективность равна ноль. Ладно, я пошел. Короче, вот от этого костра, который здесь, я телепортнусь в Маджулу. Может быть, качну каких-нибудь пару статов и улучшу фляжку. И поедем тогда вниз. Так, спасибочки. Сколько поинтов? Два поинта. Короче, кину один сюда. И один сюда. Сойдет. И полетели обратно. Телепорт этот называется, кстати, камера изгнанников. Очень интересно, кого конкретно и откуда изгоняли, и зачем, и за что. Наверное, я приодену, что-то мне моя зеленая кожа не нравится. Долго ехать будем или как? Это нежить. Это нежить. Она дрыхнет, не понял юмора. Если я сейчас что-нибудь развалю, они встанут и попытаются меня опиздюлить? Нет, им вообще похуй. Ладно. Ух ты! Гля! Кораблик. Кто шарит за корабли, ребят? Что это за корабль? Признавайтесь. Три мачты. Жопа. Давайте, говорите. Ты шо, бля? Сука, что-то пошло не так. Обидно. Ну ладно. Стойте, а там же снизу. Мне тоже наебос. Ну, пойду хотя бы убью спящую нежить. Хер ли она спит. Нихуя он резкий. Аж сабля отлетела в ахуе от таких ударов моих мощных. Интересно, в каких-нибудь сратых пещерах, блядь, на краю мира тоже будут стены открываться нажатием? Типа суперсекретные какие-то проходы, хер знает кем построенные. Ладно, я понимаю, там типа стены в первом, в третьем дарке, которые исчезали, они типа, ну, иллюзия. Ну, кто-то навесил, ну, бывает. Ну, а здесь-то стены механические по виду. Так много вопросов и так мало ответов. Зато я могу вращаться вокруг своей оси охуенно. Так, ну и чё, куда мы тогда пойдем? А чё ты вниз по... Кто-то вызвал лифт обратно?
В смысле, он мне сейчас кого-то привезет, или это у него механизм такой, что он привозит наверх и уезжает обратно сам? Не, никого он мне не привезет. Ладно, сейчас его вызову, чтобы он наверху был. И пойдем, значит, в другую локу, там, где через башню надо было идти. Смотрите, я убил здорового мужика за одну стамину, ну разве не прекрасно? Холм грешников, точняк. Я вспомнил, как она называется. Сам. Норм память, чё вы. Так, вопрос только в другом. Где кнопка? Ури, где у него кнопка? Не, ну я на стиле, конечно, ворвался в этого пацана. Только что-то мне кажется сейчас... Не, все нормально будет, не ссать. Всех опиздюлил. Так, ну давайте-ка попробуем прокатиться. Куда ты нас? Вниз? Ну ладно, допустим. Смотрите, там что-то лежит, но это надо спрыгивать с лифта. А что будет, если... Ладно. Рассекающий нож. Это какой-то метательный предмет, походу, да? Или нет? Ну, в смысле... Блять, а где он будет-то? А, ну вот. Острый метательный нож, вызывающий кровотечение. Прикольно. А вот сейчас мне, так я понимаю, жутко повезло, что я не свалился сюда, правильно? Это ж ого-го, блядь, какая высота. Ого-го, какая опасность. Целая, блядь, вода. Вот это мне уже не нравится. Не, ну если они не ебасосы, это нахуй что за говно? Что это? За говно, блядь. Ну, слазь. Давай. Я жду, блядь. Он потерял 3 хп, блядь. 3, сука. Если бы я оттуда свалился, потерял бы половину. Ёбаный в рот. Сейчас, по-моему, я могу вот здесь же спуститься, правильно? Ой, я и подняться могу. О, блядь. Вот это неожиданно, если честно, слегонца. Не знаю зачем, но давайте. Посадочные маяки для этих уродливых героин, которые там летали. Чтобы им проще было найти меня и опиздюлить. Наверное, так. Так, ну меня ебанули. Там, очевидно, я уже ничего не заберу. Может быть, попробовать здесь подраться с ним? Ну, здесь хотя бы. Подвижность у меня нормальная. А он не так-то просто, смотрите на него, блядь. Ну-ка. Чувак, ты ж не регенишься. Ты же понимаешь, что означает, блядь, то, что ты показал, что не можешь зайти сюда, да? Понимаешь? Блять, ну только не застревай в стене, я тебя умоляю.
Три удара. Ну, это очень, очень впечатляет, на самом деле. Единственное, чего я боюсь, ну, точнее, я много чего боюсь, конечно, в Dark Souls. Но в контексте этой локации я боюсь, что их здесь будет много. Таких вот непонятных чуваков. И я не смогу их откачивать в ту дырку. Блять. Ночной плывун. Бля, можно как-то под воду смотреть, пожалуйста? Страшно просто ебануться. Так, выход, выход. А там... Бля. Бля, очень страшно, ребят. Во-первых, не видно нихуя. Вы знаете, как я люблю темные локации, где нихуя не видно, блядь. Просто обожаю нахер. Просто лучшее, что можно... придумать в играх, это сделать темные локации. Невероятный экспириенс, блядь. Ключ камень. Ууу. Ребзя. Даже если я сейчас рипнусь, а вероятность этого не мала, скажем так. Совсем не мала. Но я все равно доволен. Я взял камень, которым я смогу открыть одну из тех нычек. Ну, пока что давайте сходим сюда. Ну, так у меня универсальный ключ. Прекрасно. Опять тот чувак. Нет, не буду я его призывать. И это, походу, говорит нам о том, что там дальше босс. Раз можно здесь призвать чела. Я очень надеюсь, что эта непонятная двойная залупа, которая меня пыталась остановить, была одной. Ну, точнее, была уникальной. И после костра не зареспаунится. Потому что вся эта возня будет слишком долгой с подбиранием к боссу. О, я кого-то освободил. Ничего себе. Огненное семя. Ну, здравствуй. Чувак, выходи. Окей, убивать я тебя не буду. Не хочешь разговаривать? Сиди, молча. Так, и здесь можно тоже что-то зажечь. Зачем-то. Ну чё, погнали? А, подождите, никто не стоял, это я скалу перепутал с мобом. Ебать, у страха глаза велики. Посмотрим, может здесь костер поближе где-нибудь будет. Вот это ключ, я понимаю. Блять, ключ, всем ключом ключ. Я уже кучу дверей им открыл.
А сколько еще открою? Сходим направо. Шикарный ключ. Хер его знает, откуда он у меня. Но он просто великолепен. Так, какой-то шелковистый камень мне дали. Я хз, ни одной идеи. Что это? Похер, погнали дальше. Точнее, погнали, посмотрим, что в той комнате. Надо было сразу посмотреть, что я... Что-то я не знаю. Короче, не знаю, все. Да, ну ясно, ничего нет. Ну что ж. Когда заходим внутрь? Человек в железной маске. О, ебать. Так. Меч. Заебись. Ты свет выключил, что, дурак, что ли? Как вы заебали? Забытая грешница. Это вообще девочка, блядь, неожиданно. А чё так больно? Ебать. Не, ну я и тот же наваливаю, надо сказать. Блядь, ну она мне что-то пизжит. Бля, что так резко-то началось-то? Было ж нормально все, алло. Мадемуазель, блядь, пожалуйста. Прекратите... Прекратите вот эту хуйню заниматься. Вот это что было сейчас? Мега фейлос. Хотя не, нормально. Да ну почему я не могу сделать удар, бля? Во! Блин, не понимаю, почему у меня стамина так резко заканчивается. Что за прикол? Да не в ту сторону, блядь. Ну, ёб твою мать. Ну, что такое, блядь? Ладно. Какой-то квази-нелепый бой. Просто пиздец. Ебать. А можно свет обратно включить? Был бы премного благодарен. Нигде нету стоек для факелов, да? У меня есть бабочки, я бы тут все осветил, было бы красиво. Может быть, здесь есть двери скрытые. Не, ну а чё? На арене с этими чуваками было? Ладно. Давайте посмотрим, что за этими дверьми. Я надеюсь на костер. Аллилуйя, братья и сестры. Нет, сначала, пожалуй, костер. Потом все остальное. Главный костер зажжен. Главный. И что? Подождите, блядь, куда? Тебе удалось получить душу древнего. Это больше, чем удавалось кому-либо из нежити. Я молодец.
Так, значит. Давайте тридцатку ловкости смастерим себе. Это у меня еще 6. А, нет, еще 4 поинта. Так и так. Все, по красоте. Хуй никакой-то на выбирал. Ну да ладно. С другой стороны, подождите, у меня же еще есть. Что за говно? Тихо, рано. Не спеши. У меня же есть вон что. Нормально. Я еще пару очков качаю сейчас. Невероятно ценный предмет. Очень интересно. Так, продолжаем бездумно тратить. Ну что можно. Вот так. Вот так. Все прекрасно. Итого, подождите, что у нас? Что у нас? 5, 10, 10. Короче, стойкость 10, физическая мощь 10, адаптация, ловкость 30. Не знаю, блин, опять-таки, как тут, на что влияет. Вообще, насколько здесь важна физическая мощь, учитывая, что я бегаю в тряпках. Хотя вообще ниже 30 бы хотелось бы сократить, конечно, вес. Ну, ниже 30%. Да, надо качать физическую мощь так или иначе. Ладно, ладно, полетели. Попробуем забрать сундук. Блять, лучше бы я его сразу открыл. Столько проблем минус было бы. Ароматная... Ароматная веточка. Это же просто, просто великолепно, ребятушки. Просто замечательно, отлично. Возвращаемся на дальний огонь. Так, качнем еще уровень, мне ж хватит очков или нет? Уже 6000. Неожиданно. И у меня нету маленьких дрыщедуш. Что ж, ладно, погнали посмотрим, сколько у меня смертей за 2 выпуска. Было. Сколько там? 37. Сейчас 74. Бля, что-то дохуя. Но это за 2 выпуска. Но все равно много. Ну, впрочем, ладно. Я все еще привыкаю. Ну или типа того. Все, буду на этом, ребят, я заканчивать. И в следующем выпуске я пойду потыкаю камень Фарреса. И будем дальше изучать этот большой, клевый, дружелюбный мир Dark Souls 2. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться здесь и на Твиче. С вами был Старпер. Всем счастливо.